Всем привет, ребята, это шахматный финик. И мы играем на турнир на планете, вот такое у нас везение. Да, и в первом же туре мы попали против Петра Андреева, который сейчас, наверное, на связи. Ты на связи, Петь? Да, всем привет. Петя сконцентрировался. Так, ну за кого мы болеем? За нас смотрит Евгений Новиков. 100 баллов Евгений болеет за нас. Что ж такое? Не, ну зачем я сыграл с Стрянку? Ладно. Так. Вообще ладжи приведу. Вот это интересно. На Б7 почему не взяли? Ой. О, мат пошли ставить. Черные пошли ставить мат. Сразу видно, что мы очень сильно играем в пуле. Просто сильнейший шахматист. Почему не хотят сесть на Б6? Ну, ладья H5 это интересный удар. Так, ну на самом деле у нас уже несколько. Все, пора сдаваться. Но нет, Петя будет рубить флаг. Зевнул ферзя. Рубил. Ладно. Все. Смотрим таблицу. Я в пуле вообще. Я успешно. Давай всех назовем, кто играет, Никита. Нужно назвать. Это у нас рейтинг фаворит и вообще фаворит турнира Кирилла и Шутков. Я думаю, что, несмотря на то, что у Федора Манкевича рейтинг повыше, также вторым фаворитом у нас является Платон Гальперин, а все остальные имеют примерно одинаково мизерные шансы на победу в турнире. И это Федор Манкевич, Александр Кононов. Что-что? У нас еще есть темная лошадка. Бутылка. Что, может быть, бутылка выиграет, да. Ну, я не знаю, к сожалению, кто такой или кто такая бутылка. Она играет у нас в турнире. Также мы. Хорошая статистика бутылки, вот посмотри. Петр Андреев, да, хорошая. Артур Буйлдян, Александр Давидчик, Василий Горячев, Артем Капустин. Артем Капустин. Вот Артем Капустин еще темная лошадка. Да, очень темная. Уже проиграл. Так, а у нас круговик, это значит, что у нас будет целых 10 партий. Бутылка показывает свое превосходство. А Кирилл Шутков проиграл Александру Давидчику. Ну, так это вот Давидчик, он молодец. Да, мы смеялись над его. Да. И Федор Малькевич, ребята, ну Федор сейчас мы убьем. Петя, у тебя кто? А у меня никто, у меня зависло один. А, у тебя, нас же 11, чей, видишь этот, как там, у тебя плюс, наверное. А не, вот сейчас что-то развисло. Временно. А Федор Малькевич, сейчас будет английское начало. У меня Артур Буйлдян. Ну все, отлично. Итак, c5. А если он d4 пойдет, все равно c5? Которого нет. Так, уже 6 секунд. А можно время добавить? Нет, нельзя. Федор Манкевич считает, что мы так ужасно играем, что можно дать нам фору. Ого, 7 секунд лагом, Федор. Артур не пришел. Не прошел отбор? Не пришел. А. Ну что ж поделаешь. Поздравляю тебя с первым набором очком. Сама жизнь. Может, придет еще. Может быть. Да, ну а тем временем, по-моему, у нас уже лучше. Нет, у нас вообще хуже. Почему? Чем ну, довольно... Так у не 5. Чё это такое? Извиняюсь. Надо это ликвидировать. Зачем ты все поменял? Ну, это меньше из зол. Думаешь, меньше? Да. Ну что у нас вышло? Пешка нас... сбил. У нас все плохо. Все плохо. Конь d6. Нет, не хочет конь d6. Так, ну радует то, что наш конь постоянно может стоять на пункт d4. Вот он это сделал. Вообще кони неприятные фигуры в пуле. Самые, наверное, неприятные. Да. Итак, мы отыгрываем пешку. Идет второго коня. Да. Второго приятного коня. Да, на c4 нам, к сожалению, не дается есть. Ну вот на c4, видимо. Да, на c4, на c4. Все отлично. Лучше, может быть, это ловушка, но, видимо, нет. На c4. Да, здесь все было просчитано. Меняем неприятного коня своего. Итак, у нас вышла лишняя пешечка, ребята. Две. Которые идут в ферзи. Одна. Но это было запланировано. Опа. Чего, а кто пришел? Да, я ушел. Артист.
Сколько у тебя времени? 28, у него 33. Так, ну а мы... Опять нет. Но мы тем временем, по-моему, обыграли Федора. Не, ну Артур с таким интернетом. Занимаем оппозицию, как там Олег Саламах учил в своих видеороликах. И рубим флаг. Саламах, а также Марк Дворецкий. К сожалению, у Федора слишком большой рейтинг, поэтому мы не подняли. Положено 30 пунктов. Так, ну а тем временем Бутылку явный рейтинг фаворит турнира. Бутылка, Платон и мы лидируем. Кирилл и Житков проигрывают вторую партию. Кому теперь? А, ну тут Платон. Платон. Ну это, в общем-то, вполне ожидаемо было. Да, Платон. Причем черные просрочили время. Да, ну никто и не сомневался. В общем-то, Кириллу всю партию был большой перевес, но это никого не волнует. Так, ладно, я выиграл. Вот финальная позиция, да, как бы. Ну да. По времени что, 0-0? Старается больше. Меньше секунд, да, у Платона? Расстояние. Платон делает ходы за 0,2 секунды. На постоянной основе. Так, а Петя, как у нас там играет? Давай посмотрим на Петю. Я выиграл. Я тебя победил. Петя победитель по жизни. Петя выиграл тяжелейшую патч. А все на этом. Кстати, Никита, бери значок скайпа. Где? Ну, да нет. Вот этот крестик, на крестик нажми в скайпе. А, это у меня, извини. Я понял. Ну, блин, пульку вообще не моя. Чего у тебя? А, кстати, кто-то же получает, ну, или просто кто-то пропускает, да, получается? Теперь вся надежда на Кирилла Решеткова, что он будет обыгрывать бутылку и проиграет нам. Ну, там есть расписание. Давай посмотрим расписание. По-моему, мы сидим, да, Никит? Да, мы сидим. Да, давай Петю посмотрим, конечно, Петю с Кононовым. Или Платона. Нет, смотрим Петю. Хотя Платон с Давидчиком тоже очень интересная пара. Ладно, смотрим Петю. Хотя почему-то не получается. Нажми результат. Результат, да, и нажимай на партию Пети. Петя играет. Так, все, открылась партия. Так, Петя лишний. Петя черными. Переверни. Почему? Мы болеем за красивую игру. Ну и за Кононова тоже, чуть-чуть. Да, слава, что и красивый удар, но жаль, видимо, ферзь Е6 было задумано. Да ничего не было задумано. Ферзь Б1 тонко. И без... Стоп. На Е5 отдал Петя, но, видимо, там задумано конь Е2 и ферзь Ф4 маска. Что задумано? Я просто хожу. Ой. О, все отдали. Ферзь Ф4 там и матка. Ну так тоже неплохо. Да, красиво. А, дядя, черт. Стоп, конь Е... Мат. Конь Е3 спасала, что ты делаешь? Кстати, ну да, мат. Повезло тебе. То есть что повезло? Ну что мат на G6 нашел. Да. Да, поздравляем Петю с победой. Да, Петя. Раздражает, конечно, вот это высказывание было задумано. Я просто хожу. Так, смотрим Александр Новичко. Он играет 14 секунд в пути 16. У него не хватает фигуры, но он атакует. Атакует опасно. Сейчас можно, мне кажется, взять на d5 ладью на e6. А, вот. Полезно, зайчик. Слон h2 забирала ферзя, кстати. Ну, это нюанс. Навесил. Напал. Слон h2 опять выигрывает ферзя, но это слишком тяжело найти. Опа, удар. Сейчас Александр Давидчик против Платона Гальперина. Ну, я думаю, что у Александра нет никаких шансов. Абсолютно никаких. Ну, не знаю, там какая-то рана. Абсолютно. Ну, ты, я думаю, что нет. Да, здесь с Платоном совершенно невозможно бороться. Слушай, как мы его выиграть будем? Наш единственный шанс — это поймать его в дебюте на мощнейшую подготовку. Так, ну все, теперь мы играем. Бутылка выиграет турнир. Я уже чувствую. Расписание посмотрю. Две победы у человека. Так, у меня... Сильно силен. Слушай, у меня сейчас Василий Горячий, потом Решетков. Так, Решетков победил. Играл Капустина. Да, Артем, конечно. Идет очень сильно. Артем набрал одно очко против Василия Горячева. Я думаю, что у нас уже определилась пара аутсайдеров. А вы выиграли, Малькевич? Да. Так, Буюклян вышел, поэтому он аутсайдер. Так, ну можно пока посмотреть теперь Петю. Не, ну потом. Может быть он сделает, как с Петей с нами. Ваша партия сейчас, нет? Давай сделаем ход все-таки. Ну да, и... Уйдем смотреть Петя. Да. Кирилл, а ты краем глаза следи вот за... Вот я за понял, этим. Я понял, да. Чтоб там... Ничего себе. Все, смотрим Петю.
Ничего себе. Почему Петю все время смотрим? Это неправильно. Да не смотрите меня, идите давай посмотрите. Смотреть, давай бутылку, да. Бутылку с Лишутковым смотрим. Так. Темная лошадка. Бутылки уже абсолютно выиграны, и времени лишнего очень много. А еще бутылка лагает, что тоже сказывается положительно на шансах. Ну вот не сильно напал, очень опасно. Да не, ну безнадежно. Почему безнадежно? Ну, позиция ужасная. Ну, это еще нужно доказать. Ну вот на Е6 зависло. Король F7 Кирилл уходит. F4, ну, а, ну 4 на E5 там, ну... Так, ну это побить надо. Так, кстати, Кирилл подраскрутился, появляются некоторые шансы. Конь C6 не взяли оба соперника, хотя выигрывал, видимо. Так, ну Кирилл теперь вообще отличная позиция. Но уже на 8 секунд меньше времени. И бутылка показывает, что это, видимо, другая инкарнация Платона. Да, бутылка шлеп-шлеп. Уже 16 лишних секунд в пулю. Это, конечно, довольно угнетающе, наверное, действует на соперника. Ну, нужно побить, да. В общем, я уже предвкушаю, что будет в нашей партии против бутылки. Можно сыграть латышский гамбит. Ну, кстати, Кирилл очень-очень хорошо сориентировался. Не знаю, почему он c2 не взял. Тут взял со второй попытки, надо убрать слона. Надо бить, надо было бить, наверное. Ой. Так, ну, кстати, Кирилл заиграл очень быстро и очень сильно. Очень сильно. Почему же он не играл так с самого начала? Ну и Кирилл не проиграет эту партию, видимо, выиграет. Ты уверен? Да. А вот ферзь пришел. Ничего страшного, сейчас все пешки объезд, в крайнем случае. Так, ну вот, нужно отнимать очки у бутылки. А Кирилл делает что-то странное, почему не берет пешки? О боже. Кошмар. Ну ничего страшного. Не хватало 70-х секунды все равно, да. Бутылка показал себя молодцом. Бутылка плей... А, ничья. Петь, ты как? Я выиграл. Платон отдыхает, Петя играет, Петя выиграл. Я выиграл. Вот эти звуки, как Петя шлепает по мышке, это вообще... Ну я не знаю, что, мышку другую купить. Комментариев уже 700 было на ютубе. Например, да, Петя. Например, да, можно попробовать. У тебя древний, что ли, год 98-го, ты школу украл в 4-й класс. Да нет, Logitech такая маленькая. Спасибо. Итак, кто у нас? Так, почему-то у вас появилась какая-то чушь, нет? Мы играем... Ну, нажми вид по умолчанию. С Сандром Конровым, чёрт. Нажми вид по умолчанию. Где это? Вид всё. слева вверху, вид. Так, некогда сейчас партию начну. Да. Всё, кстати, у меня есть управление, ребят. А, нет, к сожалению. Где-то предусмотрительно. Да. ДД, конь f6, слон... Взяли, слон e7, 2-0. 2-0 жертвую пешку, ничего страшного, не берет. Конь e5 сейчас ход неприятный, слон d6, поэтому... Все равно конь e5, наверное, сыграть стоит, ладья e8. Блин, я коня просто. Мы рады за тебя. Так, а мы вот хотим мат 4. Да, мы хотим конь f2 сыграть и взять на d3. Ну да, ну это тоже неплохо. Может быть c5? C5 стоит пойти. Ой, c4, да. О, не было времени. Сейчас, может быть, сыграем. c4. Интересная идея. Как ты вообще защищаться теперь? Так, ну, непонятно от чего, но ход такой тревоживший, по крайней мере. Так, ну теперь слон c5 очень сильно. Да, все, видимо, парень. Ну и черный... Алло? Да, Никита, связь, сбой. У меня тоже сбой в телевизоре, а вот все отвисло. Лаги, прошу прощения, у меня лаги довольно не вовремя. Взяли на t4. E8 сыграли. Завели. Да, Никита нас слышит или нет? Это очень интересно. Я вас слышу, слышу. Но у меня нет времени, совсем нет времени. У тебя 30 секунд, на 10 секунд больше. У меня совсем нет времени, у меня паника в любом случае. Я e6, переводим ладью на g6. Да, о, красиво. Видимо, партия заканчивается. А, еще... Ой-ой-ой, ты че? Да, мат в два хода. А нет мат в два хода, почему нет мат? Не знаю, не вижу, 28 пунктов, отлично. А кого мы обыграли? Так, мы обыграли Александра Кононова, бутылка играет с Давидчиком. И бутылка имеет 20 секунд лишнего времени, так что это уже никому не интересно.
Так, Платоша, давай посмотрим. Давай нужно всех, нужно всех показать. Давай покажем Артем. Да, Платон против Артема Капустина. Мы их обоих не показывали. Ну, Платон, в общем-то, выиграл. Да, Платон очень быстро шлеп. Да. Так, кого посмотрим? Я Решеткова выиграл. Шитков, Андрей. Победка. Победка. Хорошо. Если ты еще мышкой вот так вот не тыкал, каждый полсекунды. Петь, это твой самый увесистый скат. 2530 у соперника. Да, а что он так скажет? Нет, не скат. Скальп у меня самый хороший, самый внушительный. 2530 у соперника. Ну, 2530. Элло? Ну да. Близ? Ну да. Ну, наверное. Фигда. Так, Никита, ну давай посмотрим. Ну это по минутке, что такое. Итак, у нас Василий Горячев, один из явных фаворитов турнира. Аутсайдер. Так, ездовичек, опасно. Так, Василий Горячев довольно неплохо со мной играл в последнем блиц турнире, так что следует его опасаться. Да я сыграю. Ну дай. Дай с Василием я сыграть. Я только сказал, что следует его опасаться. Ну дай сыграю. Так, нет. Он не уверен в самой игре. Кирилл, ты будешь так делать, то мы точно проиграем. У меня. Чё ты делаешь? 24. Ой, ну ладно, так тоже можно. Всё, дай доиграю. Кирилл! Дай мне управление. Нет, ты не заслужил. Ну слон b2 сыграй тогда. Да я не изображаю ничего из этой стрелочки. Напали на f6. Конь f6 будет сыгран. Вот сюда надо было. Слон f6. Бьем на h6. Не завис. Довольно слабо, если честно, носить. Все нормально, ничего не завис. Я с тобой не спорю, все в порядке. Зачем играть было уже g4? Ёшка мят короля, это всегда самые сильные ходы, ты не знал? Да. Блин, я бы тоже мог выиграть. Да я выиграю кого-нибудь. Не надо никого выигрывать. Кого мы смотрим, лучше скажи. Я предлагаю Александра... Так, Петю мы смотрели уже. Ну ладно, больше снова некого. Александр, бутылка ты... есть, ну ладно. А бутылка... Ладно, бутылка, во-первых, непонятно кто. Во-вторых, обыгрывает всех, так неинтересно. Так, ну вот Петя устроил здесь атаку. Яростную. Как можно было угадать пароль Саламаха, я не пойму. Я тоже не знаю. А зачем слон b1? Он и так уродом стал, а ты сейчас... Ой. Потому что у нас в группе нет таких сильных лицов. F3 надо Пете играть. Надо играть Пете. F3, господи. Ну все, кто-то огреб, короче. Пете много лишнего времени, но позиция, конечно, внушает опасения. Очень сильно. Так, нет, она уже не внушает опасения, потому что ему земную ладью. Да, нужно... А я бы слон h6 пошел, с идеей. Причем Петя побеждает. Петя выиграл все партии, кроме одной. Да, 12 секунд. Че, бутылка, как там? Бутылка... проиграла бутылка. Ну, Платон показываешь, потом просто настрой унижать всех сегодня. Стоп. А мы с Платоном договорились на ничейку. Не-не-не, никаких ничьих, ты че? Ну, давай, если будем проигрывать, предложим. Нет, если мы будем проигрывать, то мы будем проигрывать. И вообще мы явные аутсайдеры в этой паре, это ж понятно. Да нет. Надо подготовки поймать. Но у меня с Платоном не так уж легко мне с Платоном даже в блиц играть. А когда пуля, но все понятно. Не, да я с Платоном все партии блиц, наверное, выиграл. Ну я не знаю, я тоже выигрываю, конечно, но так легко не получается. А сейчас мы играем вдвоем. О. Втроем. Ой, я с Платоном, черт. А мы с ним шутковым. Проверим, что ты там показывал. Да я. Шутков. Вот, Кирилл против Кирилла. Это неподходящий соперник для эксперимента. Пуск с горы. Так, это бесит. Синий стрелочек, он берем разницу. Голландское или что это такое? Не знаю, как я что-то придумал. Быстро начал играть Кирилл. Да, что самое обидное, довольно хорошо. Вот, на e5, ну давай на d4 зевнули.
Ничего не зевнули, это все посчитано было. Что посчитано? На B3 в конце варианте зависло. Ну побил. А, нельзя бить. Ну все. Отличная позиция. Ну все. Ну слон я. Ой-ой-ой. Да, слон сыграть. Платон как подозрительно много думает. Уважает. Один будет цикл. Да, здесь у Никиты, по-моему, посчитал. Молодец. Хвалю. Жертва, отлично. Все, победа. Победа. Да. Выигрываем из Кирилла. И выходим на первое место. И сейчас все решит партия. Блин, за Петю. Платона против Петра. И у Платона выигранная позиция. Ну, Пете больше времени. Пете больше времени на четверть секунд. Почему выигранные позиции? Нормальные у них позиции. Мы подавили немножко черные. Черные поддавили. Белые. В общем, да, сейчас насчет зашлепания. Некоторые проблемы есть у Платона, конечно, есть реализация перевеса. Подставляет ладью, не берут, что происходит вообще. Вот. Петя, о чем ты думаешь? Что ты делаешь? Ладья G5. Я не знаю, ты, блин, не сказал подставляет ладью, я пожертвую. Господи, да порщик. Все, блин, Никит. Как ты мог так поступить со мной? Да ладья. Это именно я в этом виноват. Кто подставляет ладью? Где? Тебе в один ход ладью на D4 подставили. От слона. Блин, я думал... Блин, я и психанул ладья 3 из-за твоих этих. Чё я психанул-то? Так. Не помогло, да? Блин, я в таком темпе все равно не смог много играть. А чё, у бутылки очередная победа? Так, ну, бутылка побеждает, бутылка 5,5, нас по 6 с Платоном. И наша партия определит победителя, потому что, ну, кто выиграет, там даже если проиграем бутылки, уже, видимо, все будет хорошо. А почему у Платона Беркер больше? Это вселенская несправедливость. А пока мы играем с Александром Давидовичем. Вот да, я с Александром сыграю. Нет, Александр уже обыграл всех в этом турнире. Ну и что, вот тем более мне проиграют. Кирилл, хорошо, давай, если мы обыграем Платона, я тебе дам последний тур. Окей. Треть партии. Нет, так нечестно. Ты вон плывешь уже королем первый ход делаешь. Да, я уже спасаю. Мы не спасаем позиции. Вот мне. Ну не очень такие приятные вот эти схемы. Мне кажется. По инерции взял на c5, обычно так играют, но здесь, конечно, это было слабо. Ладно, h3. Слон h5. Надеюсь, нам не отдадут, нам отдали. О боже. Эту позицию защищать очень тяжело, блин, в пуле. Ждаку. Если сейчас линия аж скроется, будет очень печально. Уже все очень печально, так. В смысле, объективно-то у белых очень хорошо, но кого это волнует в пуле? Да, очень мало времени. Ого. А, вот, прикольная тактика, Никита, пойдем. Дался. А, это мат даже, ничего себе. Прикольно. Да я сыграю с этим, с Артемом. Артем, почему Каплов играет пулю? Что за... Блин, ты... Давай Артема посмотрим, Капустин. А, вот мы сама Артема смотрим. Да, Артем что-то не впечатляет пока. Мы не смотрели Валерия. Против Пети. Так, против Пети. Да, против Пети тоже, конечно, позиция у Артема не очень хорошая. И очень мало времени. Да. И мало фигур. И фигур меньше. Мы соперник. Да, Артем, конечно, пока. Проваливает турнир человек. Так, Артур Буртян так понял, что не играет в турнире, а Василий Горячев. Давай посмотрим. Да, давай. Блин, еще Федя Малькевич. Сейчас он наберет очки у Конина. А что сейчас происходит? Е2, ладья Е1, ладья F8. Ой, ладья F6 нет хода. Что я... Да, в общем, мне пора идти спать. Кононов думает. И проигрывает. И кто-то из них лагает. Кто-то из них лагает. Что происходит? Подожди, мне хочется, ну, до конца узнать, чего это партия. Так я хотел выйти и зайти заново. Потому что она не обновится сейчас нормально. Ну давай выйди, зайди заново. Так, ну...
Я думаю, что, скорее всего, Александр Кононов испытывает проблемы с соединением. Но мы не можем, к сожалению, проверить у не наших соперников соединение. А, кстати, посмотри, какой тут ход был исполнен. Ферзь c7, и здесь была слобью c7. Интересно. Каким-то образом та позиция превратилась вот в эту. А, вот, они доигрывают. Девочки пуль, они доигрывают, но у Александра нету компенсации лага. Но у него и нет лага, так что все нормально. Да, непонятно. У него меньше времени. Да, видимо, Александр проиграет эту партию. Да, поздравляем Василия с первым матчем. Василий набирает первый очко в такой довольно своеобразной борьбе. У меня сейчас бутылка. А чё? А мы-то еще не с бутылкой не играли. Петя предстоит встреча с бутылкой. В субботу вечером. Так, нам осталось бутылка с Платоном и с Артёмом. Да у нас тяжелейшая жеребёвка, если честно. Ну да, в конце у нас тяжеловато. Ну, кстати, у Платона тоже не очень просто. Да, я прямо сейчас бутылка, потом отдыхаю. После бутылки, конечно, да. Так, партия за первое место, мы играем чёрными. Это дискриминация. Все, партия за третье место. Это я играю черными. Ну, объективно говоря, шансов у нас против Платона, конечно, маловато. Давай, ну, проценты. Процентов 15. Попробовать. Ну, бутылка, держись. Зачем Платон играет всякий маразм? На служении есть несколько секунд форы. Это карается, он же будет шлепать, и мы уже зевнули пешку. Зачем ты все меняешь? А, f5, накидывай f5. Да, молодец. Ладья d8 надо. На b2. Здорово. Мы отыграли пешку. И у нас много лишнего времени. Много относительно. Ой, поймал, ладья... А, нет, ну ладья поймала. Ничего не поймал. Побить, это пешка. Чего ты не побил? Тактика. Там противно было дальше. Нет, это не так, это просто неудобная позиция. Хочет ничью. Надо пешку вести куда-нибудь, Никит. Ой-ой-ой. Чизнули пешку. Отлично. А почему не побить? А, это даже мат. 37! 37 пунктов. 37. Бедный Платон. Так, ну все, да, я с Артемом. Ну, поэтому мы выигрываем турнир. И ты будешь играть с бутылкой. Нет, мы не выигрываем турнир, извиняюсь, у нас еще две партии осталось. Вот сейчас выиграем бутылку, я играю с Артемом. Или я сразу играю с Артемом. Сейчас мы поиграем бутылку. Опять там с бутылкой борется. Я должен сказать, что да, что бутылка вносит элемент такой своеобразный в этот турнир. Да, Петя бутылку отвозил, по-моему. Хотя нет, у них все интересно. Не, ну он с такой скоростью ходил, что... Петя показывает, как он обращается за спиртными напитками. Обычно он разбивает их об стену. Вот так. Все, третье место. Тем временем Артём играет против Федора Манкевича. Федора Манкевича мы не показывали, но вот покажем, что он выиграл, я так понимаю. Я бы охарактеризовал турнирную таблицу так. Международный мастер, сверхчеловек и дальше я. Киборг по мышке. А, есть на планете Нигрос, мастер по мышке. А ты, слышь, свою мышку отдай Платону, представляешь, какой диск у него дома будет? Представляешь, как Платон будет хорошо шлепать в этом, на флешке? Можно будет соседей будить. Игрой в цветноте. Так, ну обновить. Пора играть. Все, дай мне управление. Нет, не надо тебе управление. Да хорош, ты че какой, а? Ты сыграешь с бутылкой. Да нет. Я не хочу играть с бутылкой. Нет, надо. Я не алкоголь. Ты играешь с бутылкой практически каждый день. Ну это не серьезно. Так, господи, ну поиграем после турнира, запишем с тобой веселые минутки. Все, я себе обеспечил первое место. Ой, третье. Кстати, я с Платоном. Нихера себе. У Платона Берг 28, а у меня 18. О чем это говорит? О том, что ты мертвый. А как такое могло быть?
не знаю. У нас важная партия идет. Да. На b7. Коня нужно вести. Ой, не надо. Дай подъем и коня на c7. Пешка висит, слон b2, надо играть. Ой, как ладью неприятно. Ладья e1. Теперь у нас конь вообще никуда не может пойти. Артём почему? Хочет ничью. Я не понимаю, почему он хочет ничью. Он что, борется сам такой за какое-то призовое место? Он борется с бутылкой. Походу. Нет, бутылка уже далеко впереди. Он с другой бутылкой борется. С другой бутылкой? Да, алкоголик, что ли? Так, опять зависел мультимир немножко, а нет, все нормально. Ой. Малькевич борется с бутылкой. С бутылкой, по-моему, полстраны борется. Понятно. Малькевич, кажется, на бутылке инициатива. А полстраны бутылка уже поработила. Отряд сопротивления редеет с каждым днем. Ну все, мы точно первые или нет? Да. Да. Опа, бутылка, кажется, отыграла, ничего себе. Дай с бутылкой сыграть. Слушай, ну, давай мы выдержим. Да включай уже. Дальше так единство места, единство времени. Вот. Мы должны выдержать весь турнир в одном. Давай. Если вы не проиграете бутылки, у меня третье место. А, это важно. Мы все равно проиграем бутылки, Петь, извини. Ну, бутылка Федора. Он слишком быстро играет. Да, он дико быстро играет. Только по позиции можно выиграть. Я не умею. Мы на выходе из дебюта, у него 10 секунд уже лишних было, и он просто фигуру поменял. А чего ты говоришь, Петь, тебе просто выиграть надо? Кстати, Кирилл Ишутков воспрял под конец турнира и закончил турнир в плюсе, плюс 1, 5,5 из 10. Молодец. Артём Капустин подводит вообще. Да, Артём подводит. Артём 2 очка набирает и... А, ну нет, Артём, да, 2 очка набирает. Да, но он не догоняет, похоже. Да. За 9 место. Так. Я еще и лагаю очень вовремя. Ну, что там? Опять черный. Почему мы со всеми конкурентами играем черный? Потому что с бутылки есть. С бутылкой только черными можно. Конечно. Че это за дебют? Не знаю, мы напрямую просто оба не ожидали этого хода. Здорово. Блестящая партия. Бутылка в порядке. Чего? Стоп. Ребята, боритесь с алкоголем грамотно в 9 ходов. Что там? Мы обеспечили тебе третье место. Да. Давай посмотрим Артёма. Или Василия Горячева. Кому мы не смотрели? Артёма мы смотрели, Василия Горячева тоже смотрели. Мы всех смотрели, на самом деле, хотя бы по разу. Позиция интересная. Платона с Кононовым. Кононовым смотрели мало. Платона, в общем, тоже не так уж много, как он заслуживает. Но Кононова, как ни странно, больше времени, но его позицию это не облагораживает, если честно. Некоторые шансы. Что за жертва? Все-таки лишнее качество. Не, ну позиция плохая, ферзь b5 вот надо играть. Стоп, так d7. Да, что он пешку пропускает. d7 я не уверен, но вот в любом случае, ладья b2, ой. Серьезно, лишнее качество. Может быть, не так, все не так плохо, учёный. Ферзь d7 надо было. Так я ставлю на то, что потом протолкнет эту пешку. Спросил, а где a1 надо играть, о чем они думают? А, вот, видишь, как все засчиталось легко. Ну и как-то да, вот ладья c8. Блин, d7, что ж такое? Все. Да, вот потом выиграет эту партию, видимо. Хотя я не очень понимаю, как, то есть сейчас у них какой-то обоюдный суксуанг. 30 нот. А5, А4. А3. Да. Контр-игра. Ого. Надо... Ой, так... Опа. Чем так-то? Ой-ой-ой. Король H7. Ну, в общем, да, у Платона довольно мало времени. Такое форвард может и не отыграть. Хотя нет, отыграет. Все, уже отыграл. Как так, непонятно. Он матч сдавал. Какая разница, он срубит флаг. Что происходит? Платона мало. Господи, что происходит? Нет! Платон побеждает в своем фирменном стиле. Ужас.
Да. Жалко. А ты так был в троечке? Нет. Вот он набирал. Итак, первое место у нас занимает Никита Петров, второе Платон Гальперин. И Никита, дуэт комментаторов, который постоянно троллил третьего. Так, ну вот бутылка четвертое место заняла, поздравляем. Ну, не, знать бы, что вам поздравляем, потому что у человека 2256 все-таки рейтинг, а в группе у нас он не объявлялся. Надеюсь, что это не чужой, не хищный. Да, ну всем спасибо за внимание, ребята. 35 минут мы боролись с бутылкой, боролись с вашим сном. Там, не знаю, с чем мы еще боролись. До новых встреч. С бутылкой. С мышкой. Да.